ложкой так. Собираем. Пошлите дальше. А, это они хотели ямку заложить. Ну, понятно. Так как они ее залаживали, это ж ужас. Ага, так, все. Вот смотрите, здесь сделали все. Мы тут оставим. Вот здесь оставим. Вот эту кучку еще покажи. Вот смотрите, пожалуйста, тоже еще сверху. Смотрите. Вот оно, вот сверху это наставлено. Тут был бетон, это на все. На следующий раз. Дальше мы идем. Вот. Уважаемые друзья, кто хотел пойти к жовлеру. Ань, покажи вот это вот и вот. Смотрите. Тут вот рядом. Просто смотрите. Рядом. Смотрите. Это все вот сбивается. Вот так вот ногой. Дальше. Завтра рядом ничего не сделано. Смотри, ямы какие. Здесь ничего не сделано. Кучки везде. Кто это убирать будет? Смотри. О, вот эти вот. Я вам вот. А что вы снимаете видео? Да, видео. Да, красивое я видео. Рыбачок. А что надо сказать? Сколько стоит? Спасибо за то, что снимаете. Спасибо нашей мэрии за асфальт. А что асфальт? Где асфальт? Это все благодарно. А где асфальт? Вот это асфальт? Вот этими кусочками надо спасибо сказать? Да вы что, серьезно? Я зубами дядя. Я не знаю, это, наверное, долго на нашей мэрии, ну, а что, за что спасибо сказать? Жовнеру можно отдельный привет передать. Жовнер, люблю, ценю и уважаю. Просто мужик. Что он любит? Мужик. Я не понимаю, за что спасибо сказать, честно говоря. Понимаешь? Она реально крутая, Галина сильная. Это было просто красота. Я даже не знаю, как это обозвать. А, это, наверное, пандус какая-нибудь. Пандус. Пандус. Скорее всего, это пандус. Ну, это вот это, что вот мусор вывозят сюда, и тут высыпают мусор. Все. Вот. Тут, смотрите. Вот. Правильно, там кучка, там кучка. И сколько вот это? Это, видимо, тоже что-то хотели. Ну, да. Сделать. Ну что, дядя Жовнер, мы завтра к вам придем. Вот, сколько мусор выкинуто. Да. Вот, смотрите, порог какой, человек идет. Это не спотыкается. Он не спотыкается, но это не так, не должно. А ребенок бежит, он все равно спотыкается. Так не должно быть. Не должно быть. А вот этот Жовнер не дает гарантии. Да. Крошится. Это же ужас. Смотри, я рукой веду. Вон, смотри, веником. Это же ужас, как они это все делают. Смотри, оно вот оно. Это разве... Вот, смотри. Это невозможно. Это не работа. Это не то, что они делают. Отмывка денег. Вообще такое. Дороги сделаны ужасно. Это страшно. Только просто вот нет, чтобы эти деньги на садик куда-то отправить, сделать что-то. А они у нас, ну это, деньги поотмывали и все. Вот так давайте вот с ними бороться. Всем завтра утром пойдем. Кто там говорил, что нужно идти к жопнеру? Вот теперь о, смотрите, друзья. Рома, смотри. Это вот такие вот. Посмотрите, какие куски
отваливаются от дороги. Это разве у нас нормальная дорога? Сейчас мы еще, друзья, мы сейчас еще пойдем на дорогу, проспект. Как называется проспект? Клива. Проспект Клива, где уже сделали дорогу. Где это коммунальная. Там то коммунальная. Обещал пошли. 2 года. Нашего города может взять тебе просто на память кусочек. Это точно же это сам. Не, ну ты посмотри, это даже ямку можно было какую-то вот этим асфальтом закопать. Вот, пожалуйста, даже ямку. Заделать. Ну я вообще не понимаю. Ну что, идем дальше. Рассыпаются прямо на глазах. Это ужас. Это не понятно. Это ж ужас. Это страшно, что делать. Ну да, смотри, что делать. Смотри. Сейчас прямо вызову полицию, скажут, что это я все делаю. И Бабенко тоже не переживает. Мне пишут штраф. Прямо мне скажут, что это... За что? Подожди, Аня, мне за что штраф? За то, что они так делают дорогу? Пластами прямо отнимаются. Это ужас, это страшно, что делают. Завтра нас будут... Дали это самое слепое. Ноги чистили просто. Молодцы, ребята. Вот, смотри, тут же тут. Вот, смотрите. Тут вон. Вот тоже. Вот собрать весь. У них, видимо, был праздник. Ура! Точно, а тут посмотри, тут дорога не сделана, а эта пушка лежит. Аня тоже, вон, смотри, на набивала. Ужас.
Ну, ребята, как вам нравится, как у нас дорогу делают? Видите, учитесь работать у нашего мэра. Да, дорога, видите, как они делают? О, ну, вот мы как раз таки знаем. Вы можете подойти сюда к нам? Девушка, вы можете к нам подойти и рассказать? У меня даже заснято это на телефоне. Так вы подойдите, так нам еще расскажите. Зачем? Ну зачем? Ну как зачем? Изменится, изменится, ну, понимаете? Вот видишь. Ничего не изменится, если люди будут молчать. Если люди будут... Не, ну я с вами согласна. Все. Все. Все, да, теперь куда? Вот смотрите, мне кажется, это не делали дорогу, это вот проезжал дальше. Просто трактор. Даже не знаю, ну как тут трактор, ну хотя может быть. Не, он просто проезжал, оно что-то упало, давайте просто как бы... Пофантазируем. Давайте фантазируем, что здесь могло произойти. Правильно, давайте фантазировать, что это такое. Да, ехал трактор, ехал, вот он едет, у него что-то рассыпалось. А ты знаешь, а у меня такое мнение, что это просто тут у нас гололед был, и понимаешь, заранее раскидали этот, чтобы потом у нас тут не надо было скользить, кататься на этом всем. Тут же не будет уже скользко. Вот и все, готовятся к зиме, к отоплительному сезону. Все, ужас. Я скажу честно, что мне сказать больше нечего. Да, да, просто. Это вообще... Ну, за, на, что как это мне нечего сказать? Закопанные землю, деньги. Уважаемые жители, завтра в 9 утра мы все вместе, я не знаю, вместе, ну ладно, я одна. Нет, я еще тоже присоединяюсь, да. Мы идем к нашему уважаемому мэру. И несем ему сюрприз. Вот сюрприз, который вот в этом пакете. Да, смотрите, какой большой пакет. Мы, к сожалению, не смогли все собрать, все вот это добро мы не смогли собрать. Да, если вот. Бы сейчас что-то было, то можно было забрать это. Но мы это все обозначим. А представляете, завтра приезжаем, а никого нету. Как будет здорово. И тишина. Ну да. Весь горсовет слинял. Боже, это было бы счастье для всех. Да. Господи. На этом, призыве к Господу мы и, как сказать, и закроем нашу тему. Наш уникальный... Мэр. Значит так, мы звоним мэру. Так. Я не знаю, правда, что ему сказать. Какие добрые слова. Просто договорись о завтрашней встрече, чтобы он нас ждал. Как его зовут? Михаил Васильевич. Сегодня же выходной. Ну и что? Ничего страшного. Может быть, он в молитвенном доме. Ничего. Смывает грехи. Алло, здравствуйте. Михаил Васильевич, это Аня Костенко. Да. А вы дома? Нет. Сидите или стоите? Да что случилось? Просто нам хочется лежать. Я не знаю, падать. Михаил Васильевич, а вы видели, как сделана дорога в нашем городе? Дорога еще не закончена. Они сколько смогли, сделали. Они приедут на следующей неделе, это все уберут, просто то, что остатки закидали в яму. А что они там будут убирать? А скажите, а что тогда это случилось? Что вот случилось у нас такое в городе? Вот вокруг асфальт, это у них праздник был какой-то? Просто интересно. Такое ощущение, что они кидают. Михаил Васильевич, можете, пожалуйста, объяснить, что вот здесь происходит? Я еще раз говорю, сделали асфальт. Ага. Они еще не закончили. Они закончили. Они приедут на следующей неделе. А, когда дождь, все, мы поняли. Хорошо, спасибо большое. А скажите, а вы завтра будете у себя? Да, завтра не будете у себя. Это, уважаемый Зет, теплодарцы, нам вообще отключили и не стали с нами разговаривать. Вот так. Не хотят объяснять нам, что творится в теплодаре. Да, мы завтра пойдем к мэру к 9 часам, и, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и идемте к нему в гости.